Без буженины в нашей семье не обходится ни один праздник. Несколько салатов, картошечка, а главное украшение стола – мясное блюдо. Буженина с чесноком из свиной шеи, запеченная большим куском. Это простой способ украсить стол довольно простым блюдом, так как основной ингредиент – мясо, то его можно считать основным. Подготовка минимальна, необходима хорошая исправная духовка и позитивный настрой. Список ингредиентов в конце видео. 1. Для начала нужно помыть мясо проточной водой, срезать лишние пленки. 2. Моем и чистим морковь, можно мелко порезать, но я натираю на крупной терке. Чистим чеснок, разрезаем каждую дольку на 3-4 части. 3. В мясе сделаем надрезы острым ножиком, воткнем в каждый кусочек чеснока. Чеснока у нас много, так что он нашпигует всю шейку, а тертой морковкой придется посыпать сверху вместе со специями. 4. Пока разогревается духовка, до 180 градусов, посыпаем мясо перцем, солью, морковью и эстрагоном, даем постоять минут 10 перед тем, как завернуть в фольгу. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Обернутое в 3 слоя мясо ставим в духовку, время выпекания – 2-5 часа, подавать лучше всего с картошечкой. Подписавшимся – больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Шея свиная – 1-2 килограмма, мясо выбираем средней жирности, свежие, не замороженные. Чеснок – 4 штуки, я беру чеснока побольше, если головки среднего размера. Морковь – 2 штуки, выбираем сладкую морковку среднего размера. Смесь перцев – 10 грамм, на большой кусок мяса уходит пачка смеси перцев, важно, чтобы был душистый перец. Гавайская соль – 4 чайных ложки, очень полезная соль, мы всегда ее используем, субъективно, мясо с ней нежнее. Эстрагон – 10 грамм, аромат мяса раскрывается с эстрагоном. Количество порций – 5-7. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До свидания, друзья.